обнаружили выброс энергии пустоты из недр храма. Наведитесь на место. Тебе не враг, темный тамплиер. Выслушай меня, матриарх. Ловушка Амуна захлопнулась. Ваш лидер в опасности. Думаешь, мы глупцы? Сейчас важно лишь то, что Амун открыл врата в пустоту. Из них сочится тьма. Она погубит вашего лидера и любого, с кем вступит в контакт. Я проведу вас к Арданису, прежде чем его настигнет эта судьба. Мы можем отразить натиск темного. И я должна поверить, что, освободив тебя, не получу удар в спину? Мы тратим время. Опусти клинки. Я Аларан, высший посвященный Далдаримов. Амун предал мой народ. Если ваш иерарх выживет, он поможет свершить месть. Решай, матриарх. Веди нас к Артанису. Разумно. Матриарх, я активировал дополнительную защитную систему. Ты можешь настроить ее в солнечном ядре. Что-то Аларак как-то больно дохрена крут, знаете, ты, когда герою дают гиперкрутость и пафосность, и, блин, он реально какой-то жестокий. И, в общем, да, Амун их предал, они решили восстать против него, дабы отомстить. Это интересная задумка, но окей, посмотрим, что будет дальше. Если ты послушаешь меня, твой иерарх уцелеет. Мне... не о чем говорить с такими, как ты. Вот, то есть вот прям вот так вот, да? То есть меня сейчас смешали с говном. Окей. Хорошо, Близзард. Надеюсь, этот Талдарим не лжет. У нас мало времени. Есть такое, но поболтать вполне времени хватит. Матриарх. Ключ начал поглощать энергию пустоты с невероятной скоростью. Значит, Талдарим говорит правду? Храм переполняет энергия пустоты. С каждой секундой угроза подступает все ближе. Пусть я ему не доверяю, но все указывает на то, что он прав. Врата в пустоту действительно открылись. Можно ли установить, где точно находится Артанис? Нет. Мощные потоки энергии делают нас практически слепыми. Тогда, несмотря на все мои опасения, нам придется положиться на Талдарима. Ну что ж, это печальная новость, но какая есть. Ключ начал поглощать энергию с невероятной скоростью. Я буду следить за его состоянием. Нельзя, чтобы он причинил вред копью Адуна. Это да. Не хотелось бы оказаться в космосе. Наш иерарх пропал, а в это время воин Талдаримов вторгается на наш корабль. Матриарх, мне это совсем не нравится. Феникс, а чем ты, собственно, здесь вообще занимаешься? Феникс, ядро испускает необычное количество вспышек. Ты не мог бы откалибровать векторное поле гравитационного колодца? Нет. Конечно, нет. Хорошо, я сам этим займусь.
То есть он мало того, что ничем здесь не занимается, он не помогает оборонять корабль, он не помогает даже Караксу. Феникс, что с тобой не так? Никогда не поворачивайся спиной к Талдариму. Даже если он всего лишь слишком пристально на тебя смотрит, избавься от него. Так будет проще всем нам. Ну, не знаю, от такого хрена избавишься. Посмотрим, что у нас есть. И, блин, у нас пока ни на что особо не хватает. Ну, темпоральное поле, в принципе, можно изучить. О, слушайте, нам массовую телепортацию дали. Мы, наверное, телепортируем все дружественные войска в указанной области к вашему основному Нексусу. О, отлично, 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 отлично. Вызов Феникса. Призывает Феникса на поле боя в момент высадки Феникса на 200 урона, короче, бла-бла-бла. А, стоп, вот что он делает. Ребятки, вот что он делает. Вот как нам можно вернуться. Нам сейчас не нужен орбитальный ассимилятор. И не очень-то нужен вызов подкрепления. Ну, понятно, что как бы нужен, но лучше я в Феникса вложусь и призову его. Я думаю, это будет круче. Так, Феникс может использовать способность Вихрь, Громовой рывок, а также накопитель щита и покидать поле боя спустя 30 секунд. А, блин, вот это хреново. То есть он только на 30 секунд такой типа, ха, я крутой, и потом исчезает. А перезарядка щита ускоряет восстановление щитов всех боевых единиц, строений. Оу. Оу. Окей. Ладно. Пока оставим так, посмотрим, что у нас будет. Что-то ей как-то совсем хреново. Прям совсем хреново. Брахана. Ульнак, и вы нашли его, колыбель жизни. Здесь все начиналось. Отпусти ее, Амон. Что вы хотите здесь найти? Все, что вы здесь найдете, свидетельство провала. Отпусти ее! Я несу дар избавления! Хватит! Что-то как-то много чего не договорено было у Раханы. Слишком много. Ну ладно. Видимо, что-то близы накосячили с диалогами. Возможно, они потом это исправят. Талдарим привел с собой своих воинов. Возможно, от него наконец будет какая-то польза. Возможно. Посмотрим, что у нас здесь есть. Посмотрим, кого привел Талдарим. И кого нам привел Талдарим? Ну, тут у нас дозорный, понятно. Тут у нас адепты. Ну, как-то, не знаю, пока нужны или нет. Если у нас бессмертные, все то же самое. А, вот кого он привел. Вот. Где скрывается моя жертва? Так, смотрите, выводит из строя вражеские единицы и строения. Постоянная маскировка. Немного не понял. Стазис пустоты погружает выбранную боевую цель и строение в стазис пустоты. В этом смысле. Ну, а остальные разве не постоянно замаскированы? Ну, давайте попробуем, кстати, вот посмотреть, что это будет. И здесь вот пока никого нету. Ладно, 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 бежим проходить миссию, а то уже 9 минут трендим. Твой иерарх, похоже, и не подозревает о грозящей ему опасности. Если ты хочешь, чтобы он вернулся в целости и сохранности... Отправляй войска по этим координатам. Окей, так, выполнить задание. Потеряет. Окей. 15 боевых единиц с помощью способности псионный шторм. Окей. Эта дорога приведет твои войска к Артанису.
Я сделал все, как обещал. Передай своему иерарху, что я буду его ждать. Матриарх, наши высшие тамплиеры вызвались помочь тебе. Утрату Кхалы вынести нелегко, но мы снова готовы сражаться. Тамплиеры, я благодарю вас за отвагу, проявленную в столь тяжелое время. Мы спасем нашего иерарха. Ну что ж, давайте действительно спасать нашего иерарха, так как бы это плохо не звучало, не было. Наш дух не сокрушим. У нас есть полностью лишение цели энергии, есть псионный шторм, есть слияние Вархонта. Я думаю, что сливаться Вархонта будет чуть позже, а пока что посмотрим, что у нас вообще здесь есть. Братья, вызовите псионный шторм. Пусть эти рабы гибридов ощутят на себе ярость тамплиеров. Пожалуйста, псионный штормик. Протасы идут. Дается легко. Отлично. Хотя как-то у него мало щитов. Напрасно. На самом деле. Служи. Но зато их два раза возрождают. Тебе. То есть, два раза протасы, получается, делки будут работать. Я слышал о фантомах тиранов. Хаотичные, необученные. Замкните их поток псиэнергии способностью противодействия. Они этого не выдержат. Что нужно сделать? Мы... Наш как дух ты... не сокрушим. Ты пострадал фигней, ладно. Неважно, мы дошли до базы. За Артамиса! Тамплиеры, ко мне! Быстро! Сюда, мой Рой! Твоя королева! Варазун, вы прибыли как раз вовремя. Амун открыл портал в пустоту, и его надо закрыть прежде, чем нас разорвет на части. Согласна. Мой Рой примет на себя основной удар сил Амуна и выиграет время, чтобы вы смогли закрыть портал. Врата черпают силу из этих кристаллов пустоты. Чтобы закрыть портал, нам нужно их разрушить. Так сделаем же это. Ну что ж, давайте действительно займемся уничтожением врага, так сказать. Блин. Совершено. Я кое-что сделал неправильно. Укажи, нам нужно. Ладно. Окей, я подумал, что мне не нужно газилка, все дела, но оказалось, видите, она мне нужна сейчас будет. Артанис, к моему улью приближается тьма. Надеюсь, ты готов отключить кристаллы. Пока еще нет, подожди, я вообще такой пришел. Я пошлю на помощь столько зергов, сколько смогу. Сражайся изо всех сил, тамплиер. Это, конечно, хорошо, но я вообще-то только-только пришел. Хотя, ладно, давай добывай пока минералы. Рано пока еще добывать. Без пена в больших количествах. Не хватает минералов. Будет сложновато из-за того, что у меня не будет автодобычи без пена. Это бы очень помогло, то есть я мог бы построить все и вся. Так, не должна потерять три улья, по-моему, да? По крайней мере, это говорилось примерно так. Давайте мы построим с вами... Не хватит нам на двух темпларов, да? Можно было построить бы еще одного архонта и... пуститься в бой, в принципе, говоря. Давайте в наглую атаковать, что... Выбора-то особого нету, в принципе. Надо было встречаться после зергов, конечно, ну ладно. Куча минимишных лингов. Понятно, наших юнитов пока слишком мало. Но мы можем сделать вот так. Дарешь, спасибо. Замечательно. Перевосстал. О, у нас здесь есть замечательная сила. И мы можем вызвать Феникса еще. Иерар, я обнаружил несколько источников энергии, спрятанных на территории храма. Похоже, это древние сосуды Зелнага. Угу. Если ты их найдешь,
Я использую их энергию, чтобы высвободить дополнительный солярит из солнечного ядра копья Адуна. Так, вот это очень хреново, то, что там Керриган довольно нехило атакует. Нам надо как-то сейчас противостоять, но при этом надо подстраивать юнитов все-таки. Ладно, сейчас разберемся. Сейчас разберемся. А пока что подстроим пилончик. И подстроим с вами оружейку. После чего отправим его обратно на добычу. Увидит, на что мы способны. Замечательно. Так, отойди, пожалуйста. Замечательно. Ай, нет, он умер. Первый раз. Защитники кристалла пали. Вперед, нам надо уничтожить его. Давайте быстро уничтожим кристалл, я думаю, успеем. Минус один. Эй, кристалл, ребята, они... Тут зерги как бы и сами могут разобраться. Нам главное уничтожить кристалл. Кристалл уничтожен. Сенсоры показывают наличие еще трех, иерарх. Хорошо, без проблем. Я думаю, мы справимся. Так, пока что делаем здесь грейды. Сюда накладываем, накидываем. Продолжаем клепать наших пробочек. И давайте делать... Мне нужна кибернетка. Fuck yeah. Так. Где у нас кибернетка? Кибернетическое ядро, пожалуйста. Спасибо. И пилончик, я думаю, минимум один. Ну да. Сюда газилку. И на добычу, пожалуйста. Все, пока меня все устраивает. Сейчас будем проходить сюда. Пока выбора особого нету. Пилончик сюда запилим. Надо атаковать. Избранные, убейте этих еретиков во имя Амуна! Что-то вы как-то слабовато, ребята. Давайте быстренько убьем этих зелков. Замечательно. А теперь добьем пилончик. Отлично. Тут, я чувствую, будет немножко сложновато проходить. Но зато мы сейчас на 30 секунд кое-кого вызовем. Как говорится, как только так сразу, смотрите. Бабах! Ей, Феникс, мужик, давай. Феникс, однозначно крут. Отлично, отрубили. Прислужники, атакуйте отряды Амуна. Артанис, самое время тебе начать действовать. Я, к сожалению, воины, не могу. Мы захватили кристалл. Разрушьте его как можно скорее. Так, отлично, она развила им крылышки. Просто замечательно. Рачи здесь уже есть. Вообще великолепно. Так, раз, два. Сталкера. Блин, у меня же там был пилончик поближе. Ладно, уже не важно. Я здесь, среди теней. Мы разрушили два кристалла. Не думаю, что войска Амуна так легко отдадут нам два оставшихся. Гибриды готовятся атаковать наш Нексус. Это верно. Занять оборону? Сейчас займем оборону. А, гибриды на Нексус. Нет, не хочу такого. Как минимум вот так, как максимум еще два. Постройте, пожалуйста. Кривовато я, конечно, их строю, но ладно. Отлично, сюда. Так, я думаю, построим здесь зелка минимум одного. Остальных нам пока не хватит. Что ты придумал? Или вот эти гибриды как раз нас атакуют, как бы. Ну ладно. Почему нет? Замечательно.
Пока все хорошо. А, берем, забираем. Что здесь есть? И готовимся к нападению уже вот сюда. Дальше. Будь по-твоему. Оу, там имморталы и прочее. Нужно к этому подготовиться основательно чуть-чуть. Чуть-чуть основательно. Давайте сделаем. Что здесь? Два сталкера. Поможет нам. Очень разумно. Жизнеки, конечно, хороши, но... Среди теней. Нужно как-то дожидаться чего-то более... Чего-то более интересного. Отходим вот сюда. Пропускаем мы зергов. Крадущиеся тени. Пропускаем, пропускаем. И давайте атакуем. Заманчиво. Я не буду служить тебе вечно. Иванчик! Отлично. Очень сильно покосили меня, конечно. Но мы восстановимся. А тем временем нужно уничтожить холодно. Все остальное. Так, делаем сюда. Что ты? Пока нас полностью не убили. И делаем подварп с нашей базы, собственно говоря. Хотя я думаю, что нас убьют, походу. Упс, называется. Нет! Воин пробудился. Бейте его, пожалуйста. Спасибо. Отдай. Так, ладно. Быстро делаем сюда, сюда. Наш три. Наш пилон атакован. Не очень хорошо, но думаю, там справятся ребята. Тем временем нам надо сейчас быстренько дождаться, пока здесь все это перезагрузится. Отлично. Долго будет. Ладно. Для начала и так сойдет. Воин пробудился. Так, убиваем, пожалуйста, сталкеров. С гибридом могут возникнуть проблемы, все-таки нет. Гибридом не рано пока что. Ну, теперь можно, более или менее. Гибрид, по-моему, бьет по АОЕ системе. Это не очень-то круто. О, нет. Давайте сделаем вот так. Кабум. Великолепно. Вот то, что я его сюда призвал, это просто класс. Это просто супер. Кристалл больше никто не защищает. Наши воины ждут команды, чтобы уничтожить его. Феникс там как-нибудь сам разберется. А мы пока что... Уничтожим кристалл. Крадущиеся тени. Я, честно говоря, даже не знаю, сколько хат у нее уничтожили за это время. Я сама займусь кристаллом, Артанис. Если хочешь, присоединяйся. Остался еще один. И портал теряет стабильность. Мы должны разрушить последний кристалл. И побыстрее. Так, здесь танки. Цель гибридов — наш Нексус. Воины, перехватите их. Смотря откуда они пойдут, в принципе, но я думаю, что перехватим. Хорошо. Так, давайте сделаем вот так, чтобы они не выпендривались. Я замечательно. Собственно, Керриган как раз вовремя заманчиво сюда пришла. Все классно. Пустота. Так, перехватить гибридов. Нам нужны сталкеры, взяли. Довольно сильные. Я здесь, среди теней. Что, войскам не нравится, как разбежались. По-твоему. Ну ладно. Служить тебе вечно. Мои навыки. Мы едины с тенью. Так. Мы крадущиеся тени. Через низ? Через низ? Ой, извини, Зерлинг. Служить тебе вечно. Пожалуйста. Все вернется на круги своя. Так, еще сколько-то подварпить. Увидит, на что мы отлично способны. Замечательно. Я не буду к сожалению, надо будет ее сейчас спасать. Давайте сделаем так, чтобы он бил Керриган. Как бы да, она не должна погибнуть, но я думаю, она не погибнет. Она же сильная. Все дела. Сердце тьмы. Я не буду служить так тебе вечно. Ну, здесь вроде все нормально, да? Да, все зашибись, в принципе. А, давайте подварпим сюда еще две призмы. Я будет нехило так нас отменить.
нам помогать. И давайте одну призму все-таки вот здесь развернем. Замечательно. Хорошо. А, все? Ради возмездия. Больше нет ничего. Артанис, быстрее отключай кристаллы пустоты. Мой улей получает повреждения. Да пожалуйста. Ваши войска вступили в бой. Зашакурас. Это поворотный пункт во всей нашей истории. Отныне мы будем плечом к плечу сражаться против Амуна и положим конец той тьме, которую он несет. Главная была битва, Керриган. Оставайся с нами. Вместе мы отправим Амуна обратно в пустоту. Мой рой разбит, Артанис. Мне нужно время, чтобы его восстановить. У нас нет времени. Амун порабощает мой народ. Поглощает его эссенцию. Я не могу ждать. Тогда поступай, как я. Собирай союзников, подчиняй противников, делай все для победы. На войне не до хороших манер. Мы с тобой очень разные. Тем не менее, я благодарю тебя. До встречи. И знаете, у меня только один вопрос, да? Что, как бы сказать... Что скажет хранительница по поводу того, что мы типа вместе собрались еще и с зергами? То есть она была против протосов, которые отвергшиеся, то есть темные дарки, да, там темплары. Она была против наших манер и прочего, то, что мы отошли от Халы, да, и так далее. Что она будет сейчас говорить по этому поводу? В общем, не знаю. Вот, но зато я не дал убить больше 3 улей, но не сделал 15 единиц, ну окей. А, кстати, прикольно выглядит. Вы поняли, к чему это отчасти еще тоже такая отсылочка чуть-чуть. Какие дела? Ладно, всем спасибо, всем пока и удачи.